Просто мы все думали, что он вечный. Несколько тысяч человек пришли проститься с Владиславом Тетюхиным. В Верхней Салде его знают все, многие лично. Валентина Федоровна жила с ним по соседству в 50-е годы, когда Владислава Валентиновича, молодого специалиста, отправили на Урал из Москвы по распределению. Она познакомилась с ним на спортплощадке. У него коронка была 800 метров. Бегал, смотреть было просто... Спортсмен отличный. Многие из тех, кто пришел проститься с Владиславом Тетюхиным, работали под его руководством на Верхнесалдинском заводе. Это очень большая потеря. То есть это как родного человека потеряли. Да. Это просто Салде очень повезло, что он когда-то приехал по распределению. Владислав Тетюхин успел за свою жизнь совершить много добрых дел в разных сферах. По его инициативе и при его поддержке в Верхней Салде открылась кадетская школа. То есть мы его дети. Так скажем. И поэтому хотелось бы, конечно, увековечить память этого человека, ну, хотя бы для начала мемориальной доски, а потом, конечно, планы уже, что хотя бы, ну, в школе хотелось, чтобы дали имя его. Я представитель системы образования. Мы очень благодарны ему, что он сделал для нашей системы образования, а это маленькая частичка того, что он вообще сделал. Поэтому спасибо ему большое за то, что он существовал, ну, и будет существовать в наших душах и сердцах. Мы все знаем, как он любил предприятие, как он любил город, как он любил свою страну. И я думаю, что лучшее, что мы можем сделать, это продолжить развивать все начатое. Это был человек, который, вернувшись из Москвы в лихие 90-е, буквально с колен поднял Верхнесалдинский металлургический завод и создал на его базе промышленный гигант, лидер по производству титана, предприятие из продукции которого не летает ни один самолет в мире. Тагильчане благодарны Владиславу Тетюхину за Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. Боль других людей он воспринимать умел очень живо, очень близко. Наверное, это и побудило его вот на тот необычный, казалось бы, но очень нужный, яркий проект, который сегодня уже в народе. Тагильчане, салдинцы, многие люди благодарны Владиславу Тетюхину и будут хранить светлую память о нем.